Вера Гайдар. Так, сейчас найдем как нужно. Я анкетирую время, оно меня тоже. А это работает микрофон? Спасибо. Здравствуйте. Первое стихотворение – это шаржик такой. Мимически немая мизансценка опубликована была в одной газете. Бездельца там сущая олела о том, как лорды мирно кушали спагетти. Дальше шла, как водится, погодка на 100 ближайших миллионов лет. Да неприличие скупая термосводка вогнала в скуку мисс Кабриолет. Закинув ногу на ногу с блаженством, доев салаты, мидии до тресков, она сказала с видом королевским: «Куда уж до меня этим спагеттоедом, дескать?» Ну, настроение у меня что-то типа лирического сегодня, поэтому какая-то, наверное, пародия на лирику будет, что мне не свойственно, но все-таки. «Любовь-убийца». Я сегодня впервые хотела остаться в коме. Словно сон одурманил и вывихнул подсознание. Только кто ж так надрывно над похоронкой стонет, нарушая привычные ритмы сердечного стука трамвая? Я б в забвении могла повидаться с самой собою, устранить тот дефект, что меж легкими где-то и ребрами календарный четвертый год не дает покоя, будто душит его медитатор какими-то черными кобрами. Я же верила в байки, что в свете бывает любовь. Только нервы мои в этот раз меня обманули. Пошалили, а после убили, как убивал Адольф. И на целую жизнь формалином изрешетили. Вы мне гласили: устраивай бунты, крошка, а я все мыла посуду и дни измеряла Ферри. В эти недели меня ждала на окошке рюмка с названием «Горько-кровавая Мэри». Я анкетирую время, она меня тоже. Хроники пишет, хоть будет что завещать. Только молю, будь со мной чуть-чуть построже время. Я разрешаю мне то и то запрещать. Нет, мне нельзя было вот так влюбляться. Щеки сгорают и хочется лечь на дно. Я перекрашу волосы, буду маскироваться, чтоб самое страшное не произошло. Обольемся бензином, скажем, что так и было. Невзначай решим покурить. Это будет вполне нормально. Пачка Lucky Strike одна на двоих. И орать до нервного срыва, чтоб ему доказать, что то, что мы делаем, это вовсе не криминально. Мы огнем своим поможем луне светить. Она скажет «спасибо» и убежит в нашей крови за горизонт. В это утро нам вдруг расхотелось обоим жить. Мы уходим в мир, где уже так долго Шекспир, Эйнштейн и Бальмонт. Я не буду ныть, не в моих это правилах, детка. Только ты за 700 с лишним дней, к сожалению, уверен в обратном. Через пару минут ты от Бога, мой демон, получишь повестку обо мне и захочешь спасти. Только тело, как и мое, уже будет ватным. Спасибо.